Бля, 7 мне минус. Бля, у меня окна непрозрачные, зеркальные. На улице, которая... Там Кура, подожди, не нас не разбивай. Он горит. Хантер на втором этаже. Скажи, чё как. Вытянули, вытянули. Ой, не умирает. Нам пусть всё, а что я загораюсь постоянно, блядь, чё за бред? Промазал. Не бал, лох. И короче, у них часто бывает в одном и том же этих, ну, документе, типа, или что-то там, не знаю, презентации, что какая-то херня. Типа, одно написано так, а другое, ну, по-другому просто, знаешь, типа, я не знаю, знак доллара там в прайсе стоит там с пробелом везде, а в другом месте без. Типа, ну, херня, блядь. И я гуглю всю эту херню, типа, я должен мотивировать, ну, типа, доказывать, почему это должно быть так, как я написал, а не так, как у них, блядь. И я такой, бля, я заебался просто искать эту инфу. Лёшка. Что? Зашёл в Лёшку. А, СПБ питерский. Бля, сели вдвоем аж сразу нахуй. Кого слышишь? Кит, сбить не хочешь, нет, жопу. Да блять, ну бомжи зажали, братишка. И эти, блядь, 3000 перезарядок супер вовремя. Так, это бледва заебала меня. Где этот шлюх позорный? Да отъебись нахуй, ну это куда, блядь, 3000 бомжей, никто не заблёван, у них здесь два бомжа было, нахуй. Бля, гром. Сейчас прикройте лечусь. Блядь, курят. Вчера мне пестик давать было. Какой пестик? Ой, я таблетки дал. Кинули, да, в смысле, таблетки. Никит, кайф, а, тебя курят? Я 20 раз сказал, меня курят. Я думал, ты лечишься, стоишь, там анимации похожие были. Первый день в лэп, да? Подождите. Ладно, похуй, погнали, так, не выключиться. Я не знаю, что мы будем делать, мы танк не убьем. Отбежим. Мы побежали. Я его заблевал. О, мир. Ну куда вы ушли-то, блин? Я за ником. Нахера вы там стоите? А ты где? Район, да надо. Все. Блять, серьезно, это как за дышку? Было, Никит. Там хуйня вообще, я поднял бы, блядь. Как я упал-то за секунду? У меня еще был хп 15 точек. Я думаю, впереди уже. Заебало твое шипение там слушать. F1, красава. Бля, какого хрена я теперь в игре всех слышу? Я раньше, по-моему, не слышал. А, я включал, наверное, звуку, блин. Так. Настя, игра встань. Да. Открою иллюстратор. Ой, я слышу такой голос. Давай. Танк дамаг 168, просто убийцы, убийцы. Бля, ебаный позор, ебать, чё здесь жаки летают? Я уезжаю. Куда? Что? Уезжаешь? Пешком дойдешь. Что, не хочешь быть рядом? У вас обрывается там связь. Да, это Дискорд, он же типа глушит фоновый и получается обрывками. Чисто как будто током хуярит Настю. Чисто блин. Че на Украине? Ну, да, я в комнате.